Всем привет, вы на канале Кентукки 2510, и многие интересуются, для чего нужны Орден Света и Сердце Льда, предметы, которые можно получить за участие в поле битвы истребления. Однажды эти ресурсы уже раздавали игрокам, однако после закрытия магазина истребления, Орден Света и Сердце Льда за участие на поле битвы давать вдруг резко перестали. Вчера или позавчера магазин истребления снова открыли, и теперь данную валюту можно обменивать на всякие разные плюшки. Увы, ассортимент магазина не блещет изобилием предметов. Здесь у нас только сундуки с бронзовым материалом, сундуки с чертежами, крылья ангела, сталь, бафы на атаку и защиту, а также по 80 миллионов дерева еды. Все это, разумеется, в ограниченном количестве будет обновляться раз в неделю. В общем-то, ничего полезного, кроме крыльев, материала и стали. Как получить Орден Света и Сердце Льда, за какое место в рейтинге и нужно ли ради этого стремиться в топ? Сердце Льда. Оно дается только за первое место на поле битвы, и количество убийств на его получение при этом не влияет. Орден Свет же дается вообще всегда, даже если вы просто вышли на поле истребления. Однако, чем больше игроков вы убьете, тем больше орденов получите, плюс рейтинг. За пятое место плюс хотя бы одно убийство можно получить 1400 орденов, а за десятое плюс также одно убийство 1300. Разница в их количестве, как видите, не столь велика, поэтому ради только орденов сильно потеть на поле не придется. Тем более, что награды за участие на поле можно получить 3 раза в день, и это где-то 3-4 тысячи орденов. Другое дело, это очищенное железо, кристаллы и камни науки. Ради их большего количества, конечно, лучше стремиться в топ-5, в топ-3 и даже на первое место. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии.